Акция «Нетрезвый водитель» – профилактическое мероприятие, которое регулярно проводится сотрудниками ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Оно проходит не реже 4 раз в месяц на дорогах Щелково, Фрязино, Лосинопетровского и других территориальных образований нашего и соседних муниципалитетов. В минувшую пятницу акцию провели на улице Талсинской возле пешеходного перехода. Данное мероприятие направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также носит профилактический характер в том плане, что водителям напоминает о запрете управления транспортным средством в состоянии опьянения. Если у водителя выявляют состояние алкогольного опьянения, то составляется протокол об административном правонарушении, автомобиль отправляется на спецстоянку, а дело передается в суд. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, грозит лишением права управления от 1,5 до 2 лет и штрафом 30 тысяч рублей. При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения штраф уже составит 50 тысяч рублей и будет лишение водительского удостоверения на 3 года. Сотрудники госавтоинспекции в своей борьбе с пьяными водителями рассчитывают и на помощь других участников дорожного движения. Если вы заметили за рулем водителя, который ведет себя неадекватно и явно находится в нетрезвом состоянии, просьба немедленно сообщать об этом в полицию. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.